Это центральная площадь города Загреб. С нее открывается вид на кафедральный собор Марии, кафедральный собор Вознесения. Также на ней находится статуя бана Йосипа Елапича. Это какой-то великий герой, освободитель хорватского народа. Трава и местные, в общем-то, ничем не отличаются от российских. Просто, может быть, цвет немножко другой. На площади есть туристический центр, в котором бесплатно можно получить карты, мест достопримечательности города. Ну а площадь это является центром, где собирается народ, много происходит гуляний. В Загребе есть различные памятники, фонтаны. Также с 2009 года Хорватия является официальным членом блока НАТО и с 2013 года полноценный член Европейского Союза. С центральной автобусной станции можно уехать во многие города Хорватии, а также всей Европы. И вот сейчас мы переместимся в город Задар. Город Задар, пожалуй, включает все, что нужно для туризма. Историческая часть, пляж, красивые девушки и также уникальная набережная, в которой очень приятно погулять после жаркого и тяжелого дня. На набережной устроена какая-то странная система воздушных трубочек внутренних, которые создают непонятные, но очень интересные звуки. Национальные парки и заповедники Хорватии, такие как Плитвицкие озера, Кирка парк, наверное, не оставят равнодушными никого. Это удивительные озера, соединенные друг с другом переходящими водопадами. Люди гуляют часами, смотрят на них завораживающе. Не случайно молодые семейные пары приезжают сюда в свадебное путешествие. Место удивительное, природа красивая, наполненная лягушек, птиц, рыб. Наверное, не оставит равнодушным никого.